В последние годы требования к сотрудникам полиции значительно возросли. Реформа Министерства внутренних дел, которую начали еще в 2009 году, дала понять, сегодня от российского полицейского ждут высочайшего уровня профессионализма. При наборе сотрудников особое внимание уделяют дисциплинированности, стойкости, физическому и психологическому здоровью. Внимание общества к деятельности правоохранительных органов самое пристальное. Ведь сотруднику полиции даны очень значительные полномочия, дано право действовать от имени нашего государства. Ему доверена защита прав, свобод, законных интересов людей и, самое главное, жизнь человека доверена вам. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Одинцовская работают по самым разным направлениям, каждый из которых требует особого подхода. Оперативный сотрудник должен быть убедительным, следователь – рассудительным, постовой – быстрым и внимательным. Озвученные руководством управления результаты дают понять, за всеми успехами Одинцовской полиции стоит неустанный труд множества профессионалов. Мы это показали результатами своей работы, самоотверженным трудом. Конечно, мы добились довольно-таки серьезных результатов, в том числе по раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений, где мы являемся абсолютными лидерами в раскрытии преступлений данного вида по Московской области. Традиционно в День полиции отмечают наиболее отличившихся сотрудников. Так вышло и на этот раз. 301 по личному составу присвоено звание подполковник полиции Заманову Мураду Эльмаровичу. На торжественном собрании присутствовали главы городских и сельских поселений. Взаимная помощь районных чиновников и правоохранителей – это одно из обязательных условий обеспечения правопорядка. Сердечно поздравляю всех, для кого такая служба стала настоящим призванием. А борьба с правонарушителями правопорядка – дело всей вашей жизни. Сегодня правоохранители находятся в центре общественного внимания. Реформированная полиция стала сложной машиной, состоящей из множества деталей. Очевидно, что главным элементом этой системы являются люди. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».